Я Реанур, и я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Это очередная серия летсплея по игре Sheltered. И наш в прошлой серии паренек вернулся с разведки. Да, незнакомцы. Так, кто там у нас? Попробуем поторговать. Антибиотики. Нет, нет, ничего интересного у тебя нет для нас. Вот, попробовал поторговать, попробовал. Так, я что хотел сказать-то? Да. Опять не дают ничего сказать. Да, как я помню, что я собирался краску собирать. Так, нет, ну это уже, конечно, трубы я возьму все-таки, это важно. И даже топливо, наверное, оставлю, чтобы просто знать, что у меня есть место. Хотя, нет, топливо я все-таки возьму. А, все, я уже затарился, да? Беру все полезное. Вот. Я хотел посмотреть, раз уж я набираю краску, зачем она вообще нужна. Давайте попробуем создать предмет. Стоп, у меня то уровень 5, то особенный. Что? Куда? Как так? Не, ну это... Так это подстава. Помните, здесь было? Было в прошлой серии, а теперь нет. Это как это? Куда исчезло-то, ё-моё? У нас была возможность использовать... я вообще хотел посмотреть краску, но... Автокладовая, помните, была возможность построить? Видимо, всего лишь от сейва до сейва это дело работает. И потом уже использовать нельзя. Вот это хрень, ребята, вот это подстава. Ну что ж, это альфа, и это, конечно, печально. Поэтому, в принципе, мы не будем смотреть на эти схемы больше, на них заморачиваться. Я хотел по краске посмотреть. Зачем нужна краска вообще? Такое ощущение, что это просто какая-то дизайнерская вещь. И не более того. То есть я думал, может, она какие-то бафы будет давать, да, типа... Там в таком-то помещении будет лучше себя чувствовать или хуже себя чувствовать. Но тут просто... Просто-напросто ведро краски используется для того, чтобы сделать краску. Ну, ладно, мы что-нибудь придумаем. Что-нибудь как-нибудь попробуем покрасить. Не знаю. Так. Приблизиться к незнакомцам. А, нет, там не надо ни с кем разговаривать. Это лишнее. Так. Принять сообщение. Аннушка уже, походу, у нас совсем рядышком. А, нет, еще не рядышком. Еще и... Маленький дом, да, еще и идти и идти. Нет, Аннушка еще не рядом. И, в принципе, на самом деле, она достаточно долго у нас существует. Скажем так. И даже вот Джозеф, Иосиф и Тимати у нас здесь находятся. Гораздо дольше, чем я планировал, на самом деле. Я думал, что это будет просто еда. Но не все хорошо зарекомендовали, хорошо себя ведут. И, в принципе, почему нет? Так, ну тут особо полезных вещей нет. Все у нас есть. И еда есть у Аннушки. То есть, хорошо, Аннушка зашла. Может, нужно изучать книги по новой, я не знаю. Давайте, родители, читайте. А ты очищай укрытие. Честно говоря, очень печально, что такая вещь вообще происходит. Что вот так вот предметы взяли и исчезли наглым образом. Да. Мы бы взяли больше, но нам некуда. Подтвердить. Примем сообщение. Да. Маленькая автозаправка еще. Да, ребят, ну что делать? Это альфа. С этим, конечно, ничего не поделаешь. Ладно, будем играть в той ситуации. Например, да, шины ни разу найти не смог. А такое ощущение, что это, знаете, так чисто такая замануха. Может быть, когда-нибудь введут. Но найти можно все, кроме шин пока что. Вот я шины ничего ни разу не нашел. Краски уже много. Уже не лезет.
Уже 6 краски. Ну, 6 краски, думаю, нам хватит. Я не вижу никаких особых предметов. Так, предохранители, правда, взяла. Так, гвоздик надо взять. Предохранители есть у нас. В принципе, у другой команды тоже она сейчас тащит еще Аннушка. Да, несколько предохранителей. Так что возьму краски все-таки, чтобы хватило покрасить как можно больше. Хотя это может быть не сверхважное сейчас действие. Так, ну давайте. Изучите схемы. Так, автозаправка на пустыре. Да, разыскать. Так, ну, Майкл, может, у тебя, может, тут какой-то параметр интеллекта нужен продвинутый? О, уровень 5 теперь, тебе не особо, теперь не особо, теперь уровень 5. Сколько у тебя там интеллекта? 9. А у тебя? Интеллект 8, может, о, даже... Может быть, нужно интеллект прокачать, я не знаю. Давай, учись тогда. Учитесь. Так, сообщение. Может быть, действительно нужно прокачать интеллект, и тогда у них получится что-то сделать. Я уж даже не знаю просто, как. Так, это возьмем обязательно. Предохранителей все-таки нет. Гвозди 30 есть, и там еще команда тянет от трубы. Труб у нас маловато, как мне кажется. Транзисторы, скорее всего, для чего-то понадобятся. Топливо. Полная затарка топлива, полная затарка еды. Прекрасно. Так. Что? Вот сюда. Какое хранилище? Игрушку получи. Будем всей семьей читать, учиться. Может быть, все-таки было в том дело, что у Тимати или у Иосифа были хорошие знания. Может, из-за этого. Типа, были навыки. И поэтому не смогли. Честно, я не знаю. Я не знаю, в чем фишка и почему пропало знание, которое было до этого, типа, потом исчезло. Так, что такое? Нет, нанимать тебя не надо нам. Да нет, с интеллектом у них, кстати, не особо круто все. Дело не в интеллекте, походу. Дело в альфе. Разборки какие-то опять. Данные хотят докопаться. Нет, Анна, бежать. Надеюсь, это такой ненастырный чел. Все удачно прошло, между прочим. Так. Полезные вещи забираем. Остальное оставляем. Достаточно просто все. Да. Все-таки не дают создать предмет. Может, нужно разблокировать уровень. Хотя я видел, что можно сделать. Не знаю, в чем дело. Что у нас тут вообще из плохого? Генератор нужно немножко починить. Как и водяной фильтр, между прочим. Сейчас перекусишь, Майкл. Так, это не надо делать. Так. Конечно, разыскать. Майкл, иди чини генератор. Потому что он немножечко вышел из своего состояния. Я не знаю, куда делась схема. Честно говоря, вообще непонятно. Ладно, все, не буду на это обращать внимания. Обидно. Так, маленький дом. Да, разыскать. Мало еды уже, ничего страшного. Счетчик Гейгера пока держится в нормальном уровне. Это про прошлую серию. Когда приходил к нам, притащил много чего интересного. Так, ну тут понятное дело, собираем все, что можем собрать, все, что влазит. Это пока уже не надо. Ну просто идем, идет команда, затаривается барахлом. Да, Аннушка уже скоро пройдет еще один маленький дом. И уже будет на месте. А здесь у нас, ну тоже уже достаточно большой, уже часть прошли. Пускай идут. У них хорошо получается. Так, ты починил? Да, ну тогда давай. Возьми костюмчик. Почини здесь. Примем только сначала сообщение.
Ага. Металл. Металл нам... О, уже 16 металла где-то я насобирать умудрился. А для чего мне нужен был металл? Для туалета. И что-то еще было нужно, из-за чего туалет пока временно приостановил стройку. Так, ну ладно, 16 металла есть, тогда... Тогда ладно. Хотя пластика 26, если сравнивать. Металл-то нужен везде и на строительстве. Здесь тоже нужен. Так, выпускаем. Так, снова сообщение. Большие полуталки. Так, что-то, кстати, а где вода? Куда вода исчезает? Так, отключим пока. Нет, Майкл не будет отключать бренда. Отключи пока душ. Что-то как-то с водой не очень грустно стало нам. Так, линзы некуда вставлять. Да ладно. Подождите. У меня же были линзы. Нет, не были. Показалось, думал, что есть линзы. Так, ладно, сейчас придумаем, от чего здесь избавиться. Ну, от чего? Конечно, от игрушек. В первую очередь, линзы, остальное потом. Хотя две еды, два стака еды. Нет, пускай лучше будет два стака еды, пускай притащит нормальное количество еды. Вот, чтобы нам на подольше хватило. Как обидно, что вот эта штука пропала, а? Она там должна была, по идее, производить воду еще. Производить, вернее, еду. Сама. Супер штука должна была быть. Эх, эх, эх. И чё я не построил? Так, ладно, что я хотел создать? Хотел создать туалет типа сортира, да? Ого, 10 металла, нет. Пока потерпят. Тут же потому что будет еще более удобный туалет будет. Так что сначала апгрейд верстака, потом все остальное. Да, разыскать местоположение. Сначала заапгрейдим верстачок, надеюсь, все получится хорошо. Что-то батя вообще, смотрите, как космически разобрался с строительством. Но с водой что-то совсем плохо. Да, придется поговорить с незнакомцами в маленьком доме. И никуда мы от этого не денемся. Попробуем поторговать, может, что-нибудь полезное вытребуем. Нет? Ну и не надо. Гвозди тащат. Гвозди есть. Выключатель. Или транзистор. Ну, не знаю, что из них более полезно сейчас было бы. Пойдет, короче говоря, вот так. Пойдет. Пускай тащит. Уже домой все. Примет антирадин и будет вполне себе нормально, надеюсь, себя чувствовать. Так, большой дом. Ну, тут вообще ребята, конечно, серьезно зашли. Больше бы нам таких создать сундуков. Но хочется даже проапгрейдиться и уже создавать небольшие рюкзаки, а большие рюкзаки. Потому что они будут доступны как раз на четвертом уровне. Большой вещмешок уже будет доступен. Конечно, нейлона на него много требуется, но оно окупится, я думаю, с лихвой. Улучшить систему, конечно, молодцы. Я не против, но... Так. Ну вот, наконец-таки вернулась Аннушка. Надо ее будет опять полечить. Потому что пацаненок принес антирадин. Антирадиационные, короче, таблетки. Честно, я не знаю, антирад ли это правильно было бы назвать. Так, я назначил антирад принять Майклу. Так, нужно обязательно это дело зафиксировать и не дать ему это сделать. Остановить его, чтобы он не сожрал лишнюю таблетку. Так, ну пока выгрузим. Подтвердить. Да. Так, Майкл, ничего ты брать не будешь. Тебе не нужно. Так, ну вот сюда вот отойди. Так. Аннушка, возьми антирад. Сначала антирад. Так, принять сообщение. Конечно, изучить предметы. О-о-о. У нас нету дрели. И что-то, наверное, придется выложить. Так.
и много чего придется выложить. Например, дрель возьмем, обязательно что провода некуда воткнуть. Да ладно. Так, краска. Краска отдыхает тогда. Опять нужно от чего-то избавляться. Так, топливо пока есть. С топливом вообще проблем нет на самом деле. Я не обнаружил проблем с топливом никаких. Так, краска отдыхает. Металл берем. Трубы, конечно же, берем. Лампы берем. Ну, как-то так. Как-то так. Подтвердить. Да. Так, Аннушка, конечно, понимаешь, что ты хочешь спать, но сначала... Ага, принять душ. Принять душ мы не можем. Воды. Воды мало. Но и есть ей тоже сейчас нельзя, кстати говоря. Потому что если сейчас она поест, будет еще и тошнить ее потом. Откуда вода, кстати, взялась? Вроде не было воды. Я все в надежде. Надежде смотрю, что здесь все-таки вернется. Кстати, не можем ли мы уже улучшить? Аннушка ж вроде каких-то... Немножко еще. 5 резины надо найти. И можно будет улучшить верстак. Завершить улучшение. Так, что же делать? Посмотрим, что там. Есть линзы. Короче, набираем все, что есть полезного. Неужели Аннушка с собой воды притащила? Честно говоря, не знаю. Вроде воды не было. Я не знаю, не знаю, что было. Что произошло. Либо вовремя остановил подачу воды. И... Может, дождик какой-то покапал, я не знаю. Так, что там еще? Маленький офисный комплекс. Конечно, рассмотреть. Так, ну ее нужно сначала помыть, однозначно. Так что давай-ка включай душ. И тут же его принимай. Нет, принять душ, а то я знаю. Ты поешь, и потом будет тебе полная труба. Так, ты хотел спать, иди спать. Если есть возможность отправить спать пораньше, лучше отправить спать пораньше. Скотч у нас все равно до места, поэтому брать не будем. 5 книжек очень заманчиво, конечно, смотрятся. Но я подозреваю, что вряд ли в них будет новое знание, которое нам так необходимо. Что еще можно, кстати, интересно создать будет на 4 уровне? Сверхудобную койку можно будет создать. 12 шерсти. О, да. Шерсти у нас нет совсем, кстати. Шерсть очень нужна. Короче, куча полезных вещей, которых можно будет набрать. Обязательно нужно будет это сделать. Ну что ж, развиваться, развиваемся потихоньку. В принципе, за исключением вот этой вот обидной вещи. Так, очистить укрытие. За исключением обидной вещи. Кстати, можно ли двоих назначить? О, давайте вдвоем. Дети, давайте вдвоем убираемся. Как это сработает? Не сработает, кстати. Понятно. Не срабатывает, когда вдвоем. Так, изучить предметы. Веревки вообще на самом деле рисунок такой оптимистичный. Да уж. Так, что бы нам еще отсюда забрать-то надо бы? Резины всего 2. Это получается, резины не хватит нам все равно. Не хватит резины. Чтобы поставить еще... Так. Аннушка молодец, конечно. Бренда, ладно, выключи пока душ. Потому что только срочно искупать надо было. Так, да, изучить место расположения. Да, вода кончается. Вода кончается, еда кончается. Ну, кстати говоря, хоть Аннушка нашла противогаз, и, в принципе, вполне возможно... Кстати,
Кстати, кстати, можем ли мы создать еще один рюкзак? А, рюкзак мы не можем создать. Хотя тоже надо бы. Может, Бренду заслать? В поход. Ну, честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Все эти вот путешествия могут иногда закончиться не совсем хорошо. Попробуем поторговать. О, это хороший вариант торговли. Мне нравится. Так я люблю торговать. Жалко, что у тебя так мало еды. Ну ладно, еды мы найдем еще. Больше выгоды. Мы тебе дали две банки, а ты нам могли вообще одну дать, понятно? Так что давай, будь довольна и счастлива. Ну, еду пополнили обратно тут же. Линзы. Нейлон. Да, все прекрасно с нейлоном, но не хватает резины. Но зато, в принципе, получается... Нет, я хочу все-таки резины найти. Где бы ее найти-то, а? Придется, наверное, Бренду заслать. Только воды надо дождаться. Нужно дождаться водяного дождя. Ребята прям там вообще вовсю шляются. Я так посмотрю. Они уже идут вообще на самом деле по в обратную сторону уже. То есть уже совсем возвращаются скоро. Но этого будет недостаточно. Недостаточно. Совсем недостаточно. И не хватает. Не хватает дождя. Даже апгрейдженный фильтр, куда его еще улучшать? Выключатель, кстати говоря, нужны пружины, моторы. И можем даже еще раз улучшить все это дело. Так, трубы, моторы, пружины, выключатели. Проверяю, чтобы их не было здесь. Выключатели. То есть выключатели все-таки полезны нам. Выключатели пересекаются с улучшением верстака, но если не будет резины, то мы все... О, ну хоть какой-нибудь дождь. Все равно дождь. Конечно, загрязненность сейчас будет усиливаться. Но все-таки это хоть какая-то возможность. Кастеты, кстати, очень интересная вещь. Доски. Ну да, это для боя. Честно говоря, я не понял, зачем я взял эти патроны с собой. Потому что я что-то не ощутил в них особой важности. Потому что я подозреваю, что перезарядить оружие будет уже нельзя в процессе. То есть, если будет уже бой, ну, как вовремя, а? Как вовремя ты решила попить? Вроде обошлось. Улучшить систему. Нет у нас необходимых частей для того, чтобы улучшить то, что бы хотелось улучшить. А что-то еще, кстати, можно улучшить. Журнал, счетчик Гейгера. Ну да, только генератор, в принципе, и вот эти вот две части, которые и сам верстак. Ну и предметы, конечно же. Улучшать прям нельзя предметы, да, можно их разобрать и построить новые. Так, большой дом. Кто там? Ребекка. Нет, Ребекка, не надо. Без воды, кстати говоря, отправить нельзя даже путешественника, который немножко левый. К сожалению, есть такая резина. О, да. Три резины. Еще две резинки найти. И, кстати, побольше бы выключателей, даже еще бы больше выключателей надо бы нам. Тогда будет вообще все хорошо. Будет тогда вообще все замечательно. Мы сможем хорошо существовать тогда. Так, ну ладно. Давайте включим душ. Чтобы, если что, кому надо было искупаться, чтобы искупались. Так. Честно говоря, я не знаю, зачем я это сделал. Можно было просто пройти мимо них. Ну, может быть, поторговать сможем. О. К сожалению, это не лох. К
как говорится. Но батарейки нам нужны. Дадим тебе еды, потому что еду мы найдем, думаю, в ближайшем доме. Это вообще разменная монета во время похода, это я уже понял для себя. Так, что-то мучается. В жажде Аннушка мучилась. Спала и мучилась, хотела пить. Так, что-то я не помню. А бочку я поставил еще одну? Да, поставил еще одну бочку. Но что-то не до конца. Черный дождь, гадкий черный дождь. Интересно, больше портит систему или все-таки портит загрязненность воды, наверное. Да, загрязненность воды, он, смотрите, как конкретно уже. Давайте пока я даже посмотрю, кому хочется пить. В принципе, дотерпят, надеюсь, до окончания черного дождя. Нужно улучшать и фильтрацию воды, честно говоря, тоже уже. Но для этого нужны... Что можно еще раз улучшить вот здесь? Не знаю. Потому что горят как будто бы можно. Тут провода нужны еще. А проводов у нас пока... Я хотел провода потратить на эту супер штуку, которой нет теперь. Короче говоря, на будущее, да, для себя лично. Если нашел эту штуку, то во время этого сейва ее ты должен поставить. Иначе потом уже ты не сможешь ее поставить. Вот такая вот беда. Так, Майкл, давай-ка пойди покачайся, мужик ты или нет. Так, Аннушка, даже убирать не надо, все хорошо. Займись чтением литературы. А дети, пойдите поиграйте. Все должны заниматься делом. Так, кого-то нашли, надо подключиться, потому что нельзя отставлять на отступ группы, на отпуск группе диалог, потому что неизвестно, чем этот диалог закончится. Нет, не надо нам никого, Йосиф еще один, тем более, что ты с одинаковым именем. Вот. Зачем нам двое с одинаковым именем, вообще непонятно. Кстати, выживаем, уже 38-й день. Это круто. Тренируйся еще, Майкл. У тебя хорошо получается. Кстати, у Анны, кажется, есть фамилия. Анна Бурке. Бренда Монтгомери. Всем есть на Монтгомери, а Аннушка уже, на самом деле, у нее есть, оказывается, фамилия. Ничего себе. Это как-то нет. Думал, что бесфамильные все. Оказывается, нет. Ого, тут они тут понаучались, детишки. Аж спать захотели. Прими душ. Пока суть до дела. Что там у нас, кстати, по карте? Так, судя по звукам, к нам пришли гости. И было бы неплохо, если бы эти гости нам что-то сейчас толковое продали. Вильям. О, барахло, да. Действительно нам предлагают поменяться. Но вот это я возьму. Петли. Раньше петли были очень важны. Теперь уже не так. Предохранители возьму, потому что, скорее всего, они полезные. Цемент. Прямо вот так на халяву. Можно обстроиться всем, да? По три. А нам продаешь по... О, я поменяю, конечно же. Я не буду скупиться. Так, пистолетные патроны. Но мы их больше не возьмем, чем есть. Винтовочные патроны. Нет, это, конечно, все прекрасно, но мы это брать не будем. А вот один песок получается на один цемент. Хотя у нас тут комплект как раз. 17 всего лишь. Короче, давайте водой. Универсальная тара. 18 воды. Нет, я не буду брать уголь. Я не буду тебя уж совсем... Совсем уж так раздевать. Очередная запись в журнале. Да. После того, как кто-то из торгашей пришел. О, кислородный фильтр надо срочно чинить. Кстати говоря. Так.
детишки спят, отец хочет спать. Ладно, отец, раз уж ты... Так, а Бренда? Бренда в порядке. Давай-ка, Бренда, одевай костюм и топай чинить кислородный фильтр. Да, потому что тут совсем уже все плохо сейчас, иначе будет у нас. Сейчас счетчик Гейгера начнет зашкаливать. Так. Да, подключиться. Кажется, дождь черный закончился. Кстати, я не, так и не понял. Не увидел наверняка. Но, возможно, закончился. Так, с нами хотят драться. Мы не знаем, кто он у себя. Но мы попробуем. Попробуем биться. Атаковать. Стрельба. Готов. Забираем полезные вещи из него. Пойдет. Первый труп. Прокачалась ловкость. Первая победа наша, на самом деле. Интересно, теперь после этого еды, да, восполним запасы. После этого можно ли будет нашему персонажу по новой стрелять? Вот это вопрос. Как, нужно ли перезаряжать ружье вообще? Как это все происходит? То есть непонятно слегка, чем это сейчас все закончится. Может, наоборот, ружье не надо было с собой брать. Ну, короче, Анна Бурке. Непонятно, почему у нее есть фамилия, а других нет фамилии. Тоже немножко неясно. Так, что... Кто это? А, то есть уже ребятки вернулись, да? То есть это как раз на возврате они. Ну, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Принесли, наверное, воды, еды нам. Нет, черный дождь до сих пор, кстати говоря, идет. Так, хорошо. Восприятие поднялось. Ага. Патрон вернули только один. То есть, несмотря на то, что они... А, стреляли, видимо, оба. Стреляли оба и перезарядились оба. Я не знаю, как, что конкретно произошло. Ну, вроде как... Вроде как так. Честно, я не знаю. Не берусь судить, потому что я просто не знаю, как это работает. Но вернули, кстати говоря, патроны вместе с ружьем. Можно, в принципе, получается... Не знаю, короче, может, нужно брать или не нужно брать. То есть, если два ружья, то, наверное, два патрона брать надо. Кстати, затарились мы очень неслабо, между прочим. Но этого все равно не хватило, да, для улучшения верстака. Что я делаю-то? Улучшить. Да, буквально двух резин не хватило. Ну, хорошо, хоть у нас сейчас напирается вода. Так, ребята, стоять! Я более чем уверен, что Йосиф опять... Немытый. Не, Йосиф пошел мыться. А Тимати, твою дивизию. Короче, стой. Нет, 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 нет. Хоум отключаем. Сейчас ты есть захочешь, я тебя знаю. Нет. Ты не ешь. Ты ждешь в своей очереди купаться, а потом только все остальное. Так. Ага, ну да, вот. Что пришлось забрать чью-то жизнь, бла-бла-бла. Им хорошая. Плохое. Плохая запись в журнале. Но при этом у самих. Товарищи, ничего плохого не произошло. Так, вернуть костюм. Все починило. Не дочинило фильтр, что ли, водяной? А почему? Так. Ну давай быстрее, дождемся. Уже того, что ты искупался. Тимати, да, у нас? Без робота. Иди, принимай душ быстро. Потом пойдешь есть только. Все, даже после этого можно уже его включать в автомат. А то они наедятся потом, потом срут дальше, чем видят. Так, миску, кстати, пополнить нужно коту. Кот-бандит в порядке, между прочим, да. Чистим укрытие. И, в принципе, наши ребята даже достаточно неплохо все пришли. Но, к сожалению, так вот обидно. Что вот даже они вернулись, а создать ничего нельзя. Может быть, нужно... Давайте попробуем Джозефа. Может быть, как-то привязалась кому-то схема. Нет.
Нет, схема никому не привязалась. Вот, к сожалению. Короче говоря, схема никому не привязалась, а предмет из возможности создания исчез. Ладно, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Ренор. Пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих эпизодов.